Недавно на нашем канале вышел сюжет о некачественном ремонте сквера у памятника Кирову. Евгений Никора отреагировал на обращение горожан и прокомментировал ситуацию. Он рассказал, что еще в 2019 году сквер был сдан с серьезными нареканиями. Подрядчику были предъявлены штрафные санкции, в результате чего он должен был переделать свою работу заново. В августе 2020 года зону отдыха приняли по новой, а работа подрядчика перешла под гарантийные обязательства. Плохо уложенный асфальт и тротуарная плитка – как раз такой случай. Устранением дефектов в ближайшее время займутся строители. Глава администрации также заявил, что город, увы, нередко сталкивается с некачественной работой подрядчиков. Мы можем с вами проехать, например, на зеленую зону на улице Копытова, которую делали в прошлом году, посмотреть, там недоработки, сейчас вот снег сошел, я уверен, что там глобальных нету, а небольшие есть, будем устранять. Возьмем набережную Ледового озера. Объект так и не был принят, мы расторгли контракт, хотя с внешней все нормально.